Давно ходил, сейчас не хожу. Давно. А у вас дома такая книга есть? Нету. Прочитать можешь, что написано? Библия написана. Правильно. Не, ну у нас есть дома, но она очень маленькая. Угу. Такая маленькая карманная книжечка. Понятно. А ты веришь, что на землю сходил Иисус Христос и был распятый и воскрес в третий день? Да. И он умер за грехи людей, и кто у него просит прощения, кается, тому он дает прощение, чтобы люди жили во Христе, для Бога жили, милостивые были. Это знаешь? Ну, я, что вы сказали, я не все знаю, но что-то знаю. Ну, родители слушаться надо? Ну, конечно. Когда они верующие. А в храм ходишь часто? Нет, редко, очень редко. А что, далеко храм от вас? Нет, близко. А почему же не пойти? Там и священник есть, на исповедь сходить. Я не знаю. Ну как же так? Да тебе сколько лет-то уже? 13. Да ты уже большой. Да нет еще, не сильно. Ну да, не сильно, но ты уже работать можешь. Вот я начальник детского лагеря был 45 лет. И поэтому с ребятишками я все время вожусь. Дети разные бывают. А у нас лагерь-то верующий. Мы рано встаем, в 5 часов всегда. Молитва. Вы сейчас 5 часов встаете? А как? Сейчас 5 часов тоже встаете? 5 часов в лагере. А мы раньше встаем 4:40 взрослые. Чтобы помолиться. Помолиться не спеша. Потом поработать. Бывает утром рано, чтобы дети могли искупаться в озере. Понятно. Понятно. Значит, у нас большие ресурсы есть. Вот YouTube-канал может зайти к нам. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот 4 слова, заряди. Хорошо, зайду как-нибудь. Ну, можешь записать, чтобы не забыть. Когда будет возможность. Я запомню. Нет, не запомни тут. Игнатий Лапкин «Во свете Библии». Игнатий Лапкин – это я. У нас очень большой YouTube. Сколько подписчиков? Подписчиков-то не так и много, 43 тысячи, а просмотров 43 миллиона. Сколько просмотров? 43 миллиона просмотров, а роликов у нас 17 600, наших роликов. И давно вы занимаетесь каналом? Ну вот, что каналом? Занимаетесь каналом давно? Да давно, он у нас уже, наверное, лет 8. У нас мы строим деревню православную, поэтому у нас не просто что-то, а у нас все духовное. Как с детьми занимаются, как в храме служба идет, как работаем. У нас все другое. Даже за столом себя так не ведут, чтобы что попало, говорили, делали. Благочинно. И это все ты можешь увидеть. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Там вопросы можешь задавать по скайпу. Кому? Мне вопросы задавать по скайпу. Игнатий Лапкин, заряди только, запиши 2 слова, чтобы не забыть. И ты меня уже найдешь. Я запомню. Игнатий Лапкин. Хорошо. Ну все-то, тебя как звать-то? Денис. Денис? Ну, это Дионисий. Такое божество было в Греции. Дионисий, да хранит тебя Господь. Во славу Божию. Береги себя. Никому в дом не заходи, когда с товарищами идешь, чтобы беды какой не было. Потому что детей воруют и что попало делают. Ты мальчик хороший. Пойдешь, подойди к двери, когда перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его. Иди, никого не бойся. Хорошо. С Богом. Мы приветствуем слово во славу Иисусу Христу, ибо Он достоин этой славы. Стоп. Вы православный? Да, православный. Видите, это православная Библия. У сектантов четырехконечные, у нас восьмиконечные. Стоп. А вы старообрядец или... Да вам зачем меня испытывать-то? Вы по Библии беседуете, вы узнаете, кто я такой. Мы признаем официальную церковь. Признаем. Но корни наши из старообрядцев. Но мы не старообрядцы сегодня. Посмотрите на мой крестик, посмотрите, дедушка. Ну вот я вижу где. А у вас там изображение Христа не видно, есть, нет?
Конечно, есть. Но а есть... Нету. Ну, нету, но должен быть. А, нет, есть, просто плохо видно. Откуда вы, дедушка? С кухни подошел сюда. С какого города? Не из какого, а в каком? Еще вот такой мужик, русский человек. Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край, Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Довольны? Очень доволен. Очень доволен вашей энергетикой, вашим здоровьем и вашими ответами. И я чувствую, что вы очень сильный моральный человек. Морально. Так, я хотел сказать, вы внезапно все отключаетесь, пока еще не отключились, и меня не изматерили никак. Запишите два слова, которые я скажу. Ключ к нашим сокровищам. Игнатий Лапкин. Два слова запомните. Запишите. Игнатий Лапкин. Игнатий? Да, Игнатий Лапкин. Можете напечатать и мне послать, я проверю. Это вы, да? Да, это я. Игнатий... Лапкин. Да, Лапкин. Лел. Уменьшительное от слова лапа. О, так вы интересный такой. Так вас говорят, что вы сектант. Да кто мало говорят? Люди, которые ничего не знают, сектант. Вот к нам, митрополь, мы строим деревню православную с нуля. Одна деревня на всю страну. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Стоп. Я с вами не спорю. Так, ну давайте, напишите, как правильно там у вас? Так я вижу вас, вот ваша фотография. Так, теперь, если вы зайдете по скайпу, скайп, вы сразу выйдете на меня с этой фамилией, именем, я один на весь интернет. Богоморра. И мы говорим о великой радости, что Иисус Христос умер за наши грехи, за нас, и воскрес. И поэтому мы даром можем получить спасение по благодати Божией. Понятно. Если вас это не трудно будет, два слова запомните, ключ к нашим сокровищам. Игнатий Лапкин, это я. Запишите Понятно. Себе Игнатий Лапкин. И вы по скайпу найдете нас. У нас огромные ресурсы. В Ютубе канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 17600 роликов у нас. Наших. Ресурсы. Мы строим православную деревню. Православный, где нельзя не курить. У нас ни одного развода, ни одного аборта нету. А если вы зарядите Игнатий Лапкин сайт, через Google сайт, вы выйдете на наш сайт. Там увидите, у меня 41 книга мои. Как ведем занятия в университетах, школах, милиции, по радио. Это Бог делает так. Вот на нашем Ютубе, ну, если откроете, «Во свете Библии» называется. У нас 43 миллиона просмотров. Притом ролики у нас не шлифуются, не марафетятся. А вот как разговариваем, так и ставим. И вам будет интересно даже самих себя увидеть.